Свыше 500 социальных предпринимателей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались на Центральноазиатском курултае в Астане. Обсудили перспективы развития такого бизнеса, обменивались опытом, в том числе в сфере законодательства. Напомню, по поручению Касым-Жомарта Токаева в 2021 году в нашей республике принят закон о соцпредпринимательстве. По словам спикера Сената Маулина Ашимбаева, в реестр включены более 200 предприятий социальной направленности. Они вносят значимый вклад в развитие экономики и решение актуальных социальных проблем. Социальные предприниматели в нашей стране получают право на налоговые преференции, льготное кредитование, помощь при аренде помещений и другие меры поддержки. А по неофициальным данным социальных предпринимателей, в стране может быть более 15 тысяч, считает президент Ассоциации социальных инноваторов. Амин Искеров отметил, что закон о социальном предпринимательстве есть только в Казахстане. Правда, на местах пока есть вопросы по его применению. Идет проработка преференций именно по налогам для социальных предпринимателей. Мы надеемся, что Министерство национальной экономики в следующем году все это запустит. К сожалению, на уровне местных исполнительных органов многие социальные предприниматели до сих пор не чувствуют поддержки.